Лоун, я надеюсь, вы понимаете, что значит для корабля его название. Нас неминуемо ждет успех. Послушайте, Лоун, почему вы улыбаетесь? А вы посмотрите на борт, Христофор Бонифатий. Что такое? Не может быть! Невероятно! Откуда у нас название «Беда»? Наверное, мы потеряли две первые буквы во время старта. И наша победа стала... Бедой! Христофор Бонифатьевич, может, вернемся? Настоящие моряки, Лом, из-за каких-то там двух был в курсе меня. Итак, Лом, слушайте мою команду. Право руля — держать курс в открытое море. Есть держать курс в открытое море!